Дорогие друзья, всем привет! Я очень долго шел к этому шагу и, наконец-то, написал для вас книгу «Учебник для родителей» о том, как зачать, вырастить, родить, воспитать там, и так далее здорового ребенка. Я об этом знаю очень много. Очень много. А когда я начал книгу писать, я начал копаться и понял, что столько всего неправильного происходит вокруг этой темы, вокруг здоровья детей, что просто это не поддается никакому описанию. Поэтому в этой книге я все эти мифы развеял, в пух и прах разбил всякие разные ложные утверждения. Научил, самое главное, родителей, научил, кто прочитает, научится, как понять с детства уже, если нет, какие проблемы со здоровьем у ребенка. Не свернули ли ему шею при родах? Потому что чаще всего начинается проблема от того, что подвернули немножко шею ребенку при родам, а никто этого не заметил. И пошло, и пошло, и пошло, а потом ребенок в отсталую какую-нибудь группу попал там и так далее, и так далее. Кормят неправильно. Здесь очень большая такая тема. Диабет. Ну, в общем, я хочу так сказать, что те, кто эту книгу не прочитает, им здоровых детей не видать. Вот просто я клянусь всем вот от всей своей вот врачебной души. Поэтому, пока книга еще в продажу не поступила, вот ссылку на предзаказ под этим видео нажимайте и оформляйте, потому что лучшего чтива, ну и, конечно, как обычно, постарался с юмором для вас это все изложить, там насмеетесь от души. И вот через этот смех войдет в вас то знание и то глубокое видение медицинского вопроса, которое я вам здесь представляю. Ну, представлять я умею, как вы знаете, да, уже по предыдущим моим книгам. Вот. Я очень горжусь этой книгой, потому что книга про детей — это большая гордость. Это на самом деле для меня такая веха, что ли, на пути. По сути дела, эта книга написана, наверное, не и для, как бы, даже не из-за моего желания, а из-за того, что меня на это вынудили пациенты. Пациенты вот этих детей, которых мы здесь в клинике лечим, избавляем от скрытых родовых травм, многих других проблем, улучшаем у них когнитивные способности там, и так далее, и так далее. Вот. По сути, они вынудили, потому что они мне говорили так, что Александр Юрьевич, ну вот пока не натолкнулись на вашу статью, обошли, ну, всех неврологов, там, педиатров, всех Москвы, не только Москвы, там, с ближнего, дальнего зарубежья, все. Только вот когда натолкнулись на вашу статью, вот поняли, что это. Напишите книгу, чтобы люди не ходили во тьме, не блуждали. Вот я ее взял и написал. И очень этим горжусь. И вам рекомендую эту книгу прочитать. Ссылка под видео. Учебник для родителей. Автор я, Александр Шишонин. Люблю, целую. Пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!